Привет! Сегодня обзор на Racer Enduro 300. Для начала расскажу его характеристики. 300 кубов, 21 лошадь, 5-ступка, одна вниз, нейтраль между первой и второй и остальные все вверх. Маятник алюминиевый, прочный. Потом на нем стоит прогрессия и пневмо-моноарматизатор, настраиваемый в двух положениях, slow и fast. Колеса 21/18, пока что стоковые стоят, просто мотоцикл новый, всего 1000 км пробег. Банка у него стоит тоже стоковая, ну похоже на Акропович, по звуку также, но ноунейм, короче, какой-то. Карбюратор Nibi Racing 4. Потом на нем стоит электростартер, кикстартер, тормоза на нем задние двухпоршневые и передние тоже двухпоршневые. Тормозят очень быстро. Вилка на нем перевернутого типа. Очень хорошая. Просто едешь как на Rolls-Royce, я вам отвечаю. Потом. Зонтика не хватает. Сюда. Приборка на нем электрическая. Показывает и в милях, и в километрах. Пробег, скорость, нейтраль. Ну, все, что надо. Потом, что у нас по датчикам переключений. Вот, старт-стоп двигателя, электростартер. Это выключен свет, габариты, основной. Потом, на левой стороне, ближний, дальний, поморгать дальним, пикалка и поворотники. Поворотники тут диодные. Потом, бак у него на 7 литров, прозрачный, с крышкой под быструю заправку, чтобы участвовать на соревнованиях. И из-за того, что он прозрачный, легко определить уровень бензина. Ну, это очень легко. Потом, на нем стоит масляное охлаждение, так что он не должен у вас ни при каких обстоятельствах перегреться. Ручка тут не короткоходная, это большой плюс. Гидравлические тормоза, передние, задние. Сцепление у него просто тросиковое. Так что, вот так вот. Также, тут раньше была рамка, но ее спилили. То есть, мотоцикл идет с ПТС. Все, то есть, легально. Вы можете ездить с 18 лет на нем по городу. Тут стоят зеркала, поворотники и фар, как я и сказал. Ну, давайте сейчас посмотрим звук. Звук просто не сравнится ни с каким КТМом. Ну, теперь наш герой сейчас проедется на нем. Ну, перед тестами, конечно, главная защита. К этому видеообзор подходит к концу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.